этом батискафе находилось 5 человек, и каждый из них заплатил по 250 тысяч долларов, это примерно 21 миллион рублей. Они хотели прикоснуться к легендарному, а именно посмотреть на затонувший Титаник, который находится на глубине почти 4 километров. Но, увы, контакт с батискафом был потерян спустя 1 час 45 минут. Все это произошло 18 июня, и абсолютно все СМИ писали о том, что с батискафом, скорее всего, все в порядке. Но вот кислорода хватит лишь до 22 июня, но все оказалось куда печальнее, но об этом чуть позже.